Access granted. Access granted. Access granted. Черт!
Так этот спектакль был не только для меня, да, Тон? Ричард, я на некоторое время исчезну, пока не знаю, насколько. Почему? Ты что задумал, Дженсен? Есть зацепка. И куда именно эта зацепка ведет? You there! Get that cargo clear of the fire! We're pulling out now! Load and secure those bombs! Отвечай, Дженсен. Куда ты собрался? Хрен меня знает, Ричард. Хрен меня знает. Случайно не здесь? Дженсен, боже мой, тебе несколько дней не было слышно. Черт, где ты? Может, ты мне скажешь? Сейчас пропингую. Ты в Сингапуре. Что-то не так, Дженсен. Я тебя пингую, а через секунду твой сигнал пропадает. Словно ты в черной дыре. Видимо, генератор помех. Так и есть. Если найдешь передатчик и отключишь его, я смогу тебя отследить. И держать на коротком поводке. У меня есть дела и поважнее, чем помогать тебе следить за мной. Если Меган со своей группой здесь, нельзя терять ни минуты. Access denied. Thank you.
откуда знаешь? Валрон видел, как он разговаривал с королевой. Наверняка. Здесь находи... Требует отчета по радиовышке. Показания сигнала стабильны. Плюс проведена полная диагностика. Все работает отлично. Регулярно. Информированные источники сообщают, что гигант рынка имплантов Tai Yun Medical не справляется с выпуском достаточного количества.
сможет покрыть ожидаемый спрос. Этот распространенный дефект, появившийся так скоро после недавних мятежей, лишь вызывает еще больше вопросов о технологии улучшения человека. Станет ли это началом крушения всех технологий, или это лишь очередной сбой в системе? Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ПИК. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Всемирная организация здравоохранения сегодня выступила с беспрецедентным отзывом имплантов. Вот уже несколько дней со всего мира поступают заявления о временных неисправностях и электростатических повреждениях. Элизабет Фуклер, представитель ВОЗ, подтвердила, что причина этих нарушений связана с серьезным неисправностью многоканального белочного периферической нервной системы. Устройство передающего она выступила с призывом немедленно обратиться в местные клиники протез для замены бракованных чипов. Информированные источники сообщают, что гигант рынка имплантов Taiyun Medical не справляется с выпуском достаточного количества новых усовершенствованных биочипов и не сможет покрыть ожидаемый спрос. Этот распространенный дефект, появившийся так скоро после недавних мятежей, лишь вызывает еще больше вопросов о технологии улучшения человека. Станет ли это началом крушения всех технологий, или это лишь очередной сбой в системе? Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ПИК. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Всемирная организация здравоохранения сегодня выступила с беспрецедентным отзывом имплантов. Вот уже несколько дней со всего мира поступают заявления о временных неисправностях и электростатических повреждениях. Элизабет Дюклер, представитель ВОЗ, подтвердила, что причина этих нарушений связана с серьезной неисправностью многоканального биочипа периферической нервной системы. Устройство, передающего нервные сигналы непосредственно в неорганические ткани. Она выступила с призывом немедленно обратиться в местные клиники протез для замены бракованных чипов. Информированные источники сообщают, что гигант рынка имплантов Taiyun Medical не справляется с выпуском достаточного количества новых усовершенствованных биочипов и не сможет покрыть ожидаемый спрос. Этот распространенный дефект, появившийся так скоро после недавних мятежей, лишь вызывает еще больше вопросов о технологии улучшения человека. Станет ли это началом крушения всех технологий, или это лишь очередной сбой в системе? Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости ПИК. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Всемирная организация здравоохранения сегодня выступила с беспрецедентным отзывом имплантов. Вот уже несколько дней со всего мира поступают заявления о временных неисправностях и электростатических повреждениях. Элизабет Дюклер, представитель ВОЗ, подтвердила, что причина этих нарушений связана с серьезной неисправностью многоканального биочипа периферической нервной системы, устройства, передающего нервные сигналы непосредственно в неорганические ткани. Она выступила с призывом немедленно обратиться в местные клиники протез для замены бракованных чипов. Информированные источники сообщают, что гигант рынка имплантов Taiyun Medical не справляется с выпуском достаточного количества новых усовершенствованных биочипов и не сможет покрыть... Access granted. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Должно быть, ты что-то сделал, Дженсен. Появились 4 наших сигнала, включая и твой. Еще Кос, Колвин и Файерти. Сигнала доктора Рид нет. Пришли мне последние координаты. И еще Причард. Сообщи шерифу. Не могу. Пока тебя не было, мистер Дэрроу пригласил его, Билла Таггарта и делегатов ООН в Панхею. Сейчас они на полпути к Арктике. Прелестно. Она выступила с призывом немедленно обратиться в местные клиники протез для замены бракованных чипов. Информированные источники сообщают, что гигант рынка имплантов Taiyun Medical... не справляется с выпуском достаточного количества новых усовершенствованных биочипов и не сможет покрыть ожидаемый спрос. Этот распространенный дефект, появившийся так скоро после недавних мятежей, лишь вызывает...
вызывает еще больше вопросов о технологии разрушения человека. Станет ли это начало разрушения всех технологий, или это лишь очередной сбой системы? Прямой эфир была Элиза Хасан. Новости. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Всемирная... выступила с беспрецедентным отзывом имплантов. Вот уже несколько дней со всего мира поступает заявление... Информированные источники сообщают, что гигант рынка имплантов Taiyun Medical не справляется. Станет ли это началом крушения всех технологий, или это лишь очередной сбой системы? Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости. Важнейшие новости этого часа. Всемирная организация здравоохранения сегодня выступила с беспрецедентным отзывом имплантов. Вот уже несколько дней со всего мира поступают заявления о временных неисправностях и электростатических повреждениях. Элизабет Дюклер, представитель ВОЗ, подтвердила, что причина этих нарушений связана с серьезной неисправностью многоканального биочипа периферической нервной системы, устройства, передающего нервные сигналы непосредственно в неорганические ткани. Она выступила с призывом немедленно обратиться в местные клиники для замены драконов. Информирование, что гигант рынка имплантов Taiyun Medical не справляется с выпуском достаточного количества новых усовершенствованных биочипов и не сможет покрыть ожидаемый спрос. Этот распространенный дефект, появившийся так скоро после недавних мятежей, лишь вызывает еще больше вопросов о технологии улучшения человека. Станет ли это началом крушения всех технологий, или это лишь очередной сбой в системе? Прямой эфир вела Элиза Касан. Новости. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Всемирная организация здравоохранения сегодня выступила с беспрецедентным отзывом имплантов. Вот уже несколько дней со всего мира.
неисправностях и электростатических...